Здравствуйте! Сегодня у нас дымковская роспись. Популярная дымковская игрушка – это утка. Частенько уточка изображается целиком всем семейством. Тут и папа, и мама, и маленькие утятки. Посмотрите, как красиво расписаны и утятки, и мама-уточка. Также делают отдельно уточку, как отдельную игрушку. Мы с вами нарисуем маму-утку и утят и украсим их вот такими элементами красивой дымковской росписи. Рисовать мы будем яркими красками, акварельными или гуашевыми, любыми. Но сначала на листе нарисуем по центру утку. Нарисуйте вот такую плавную линию и сделайте ее потолще. Нарисуйте голову, длинную шею и туловище с вытянутым хвостиком. Крылышко и носик. Резиночкой потом уберете то место, где пересекаются линии. Сделайте голову немножечко побольше, и на голове рисуется шапочка. В нижней части рисунка возле мамы утки плавают утятки. Рисуются они так же, как и мама утка. Рисуете линию и сверху делаете утолщение. Клювик, голова и спинка. Крылышки, глазки и клювик. Таких утят нужно нарисовать троих. Теперь нарисуем элементы украшения уточек. На груди у каждой уточки и у утят тоже кружочек. Мы рисуем только половинку. Все остальное мы выполним красками. И еще обязательно крылышко у маленьких утят рядом с кружочком. Вот такая капелька на боку. Набросок у нас готов, теперь мы будем уточек раскрашивать. Можно раскрашивать акварелью или гуашью. Главное, чтобы у вас была тоненькая кисточка. Самая тоненькая, какая у вас есть. Красным цветом нарисуйте уточки шапочку на голове. Этим же красным цветом клюв у уточки.
красный клюв у маленьких утят, и у каждого на голове совсем небольшая красная шапочка. Черной краской нарисуйте черный глазик у мамы и у утят. Дальше цвета меняете. Можно использовать желтый, зеленый, красный, голубой, синий, оранжевый, розовый. Любые яркие цвета. А мы закрашиваем с вами крылышки желтым у мамы. И таким же цветом закрасьте у кого-нибудь из утят. Красным или синим цветом кружочек на груди у мамы утки, у кого-нибудь из утят. Этим же красным цветом возле крылышка поставьте точки. Я хочу вам напомнить варианты украшения кружочков, потому что мы сейчас будем выполнять именно украшение грудки, утки и утят. У нас остался еще один и второй утенок. Синий или зеленый кружочек можно нарисовать. Закрасить крылышко. Вот одно будет зелененькое, а у второго я возьму синий цвет, чтобы закрасить крылышко. Но сначала поставим точки возле кружочка. Можно поставить еще полосочки или лучики даже, завитушечки. Маме на шее давайте нарисуем бусики. Проведите полосочку, можно две или три полосочки. И нарисуйте точечки. Можно еще выполнить точечки вокруг крылышек на утятах. А мы с вами рисуем воду. Наберите синие краски и проведите волну под каждым утенком, мамой, уткой и еще несколько маленьких по бокам. Вот такая веселая утка-морфутка с утятами у нас получилась.